30 лет она меня не отпускает. Она все время рядом. Как вы сказали? Граф Вронский. В чем вы знаете, что я скажу вам правду? Если бы ваша записка застала ее, то ничего бы не произошло. И сейчас, спустя много лет, я помню все наши встречи. И ее слова: «У меня ничего нет, кроме тебя». Может быть, тогда на станции я ошибся. Может быть, это была не Анна. Порой мне кажется, что она жива.